Так, друзья, находимся на острове Мальта. Сейчас вам покажу квартиру, которую здесь можно снять. По крайней мере, мы сняли за 40 евро в сутки. Значит, вот заходишь, это вход. То есть с подъезда заходишь. Начинается квартира такая. Притом самое интересное, что квартира находится в студенческом городке. То есть это как бы место студенческое, сам район называется университет. Это Мальтийский университет, где находится главный, где все со всего мира съезжаются сюда студенты обучаться английскому языку. Значит, вот такая вот у нас кухня. Здесь есть, как видите, вот эта стиралка, есть газовая плита, на газе работает, есть духовка. Вот, вода горячая идет от этого бройлера, поэтому долго вода не идет, какое-то время она нагревается, потом она уже перестает идти. Есть холодильник. Вот здесь вот, как видите, он такой замаскированный, чисто студенческое такое движение, чтобы когда тебе гости, студенты пришли, а студенты всегда голодные, чтобы они не могли понять, где же находится еда. То есть вот такая вот такой замаскированный холодильник стоит. Здесь тоже типа шкафчики. А, здесь морозильник даже. Ага, здесь морозильник есть. Здесь вот разные шкафчики, такие дела. Есть стол, стулья. Такой вот диванчик. Потом, что еще здесь было? Вот этот телевизор. Телевизор, кстати, работает. Очень даже нормально работает. Большое количество каналов, но я все там не знаю, какие есть, но много было каналов. И в основном на итальянском языке, так как здесь недалеко находится Италия, остров Сицилия. Потом вот такая вот ванна. Ванна, в принципе, по большому счету чистая, нормальная. То есть такой грязи, ничего такого не было. Вот, если так относительно, конечно, говорить, здесь такой интересный портрет какого-то бывшего советского или а-ля советского зэка с наколками вождей. Есть такой типа балкончик или что-то такое, это даже не балкончик. Это что-то такое интересное и непонятное. Вот. В общем, можно сюда выходить, что-то ставить здесь. Есть шкафчики, такие за шкафчики. Тут одна комната, первая комната. Стоят тоже кровати, шкафы. Да, вот, в общем, обычная такая квартирка. Зеркало. Здесь идет дальше коридор. И здесь вторая комната. То же самое, один диван. Тоже там стулья, столы, шкафы, картинки, кресла. Вот, вот такая вот квартира. Как уже сказал, находится на студенческом городке. Вот у нас здесь все живут студенты. Вот этот полностью район. Это студенческий район. И здесь университет. Вот он находится, Мальтийский университет, прямо рядом с нами. Одна минута, две минуты, когда из подъезда выходишь. Такие дела. Эту квартиру можно снять за 40 евро, ну, по крайней мере, мы ее сняли за 40 евро в сутки. Вот, на сайт этот, как сайт, это, сайт этот назывался? Airbnb. Как? Airbnb. Airbnb называется этот сайт. Что, пока все, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.